комнатах Центра детского творчества полно ребятни. Придумывают, что бы сделать в подарок. Мальчишки, настоящие мужчины, выбрали самый простой вариант. Решили делать открытки. Я сделала 4 открытки. Бабушке, у меня 2 бабушки. Сделал еще 2 маме. И вот это бабушке. И вторая тоже бабушке. А вот эти 2 маме. Девочки придумали разные варианты. Самое главное, чтобы нитки не путались. А готовые изделия очень даже неплохо смотрятся. Эту поделку я сделала для своей бабушки на 8 марта с праздником. Прямо у нас на глазах Карина и Кристина сделали мамам по букетику. Получились вот такие весенние цветы маме на 8 марта. Самую кропотливую работу выбрали для себя Нырея и Милана. Главный элемент их подарка – бисер. А бисероплетение требует большой усидчивости и терпения. Дети выбрали очень правильный способ порадовать мам и бабушек, потому что сделанный своими руками и от сердца подарок – самый лучший и самый памятный.